Привет, Макс, я желаю тебе успехов. Вот, получил новое сообщение на Лексе. Еще одно. Вот, читаем, что у нас тут пишут. Ага, начинающий барабанщик. Вот я давал объявление, что начинающий барабанщик уже начал играть с группой одной, кавер-версии. Вот, что он тут мне пишет. Конечно, есть. Спрашивает, гитарка есть? Только версия пятерку давай. Шестерка у меня не ставится. Ты имеешь в виду программа? Саму программу, блин. Ну вот. Он, наверное, имел в виду, я не знаю, что он имел в виду. Вот Олекс доставочка, вот я продал тут реально три товара, вот книгу, манипуляторную мышь и монету 45 года, вот все оплачено, смотрите, рекомендую пользоваться Олекс доставочкой, классная тема, помогает продавать, надо было все это поставить, действительно, до Нового года, сейчас бы уже это все распродал нафиг, тогда же была бесплатная доставка, у людей денежки были, сейчас Новый год, вот только сейчас люди начали, вот сегодня такое, начало февраля, и уже только сейчас люди начали только люди в себя приходить после Нового года, у них у всех кошельки пустые, каникулы всякие эти дурацкие, да. Еще не все в Польшу укатили рабами работать. На западный мир. Они думают, что если они в Польшу покатят, то они там денег заработают. Ага, чтобы эти деньги сюда завести, там налоги такие надо будет бахать. А вот, кстати, да, что-то он еще написал. Вот снова сообщение пришло. Вот начинающий барабанщик ищет группу. Это я. Так, вот сейчас он пришлет что-то. Судя по всему. Он напишет, а скачай с нета табы, у меня тоже 5 стоит. Не нашел. На эти песни. Вот. Да скачай с нета табы, у меня тоже 5 стоит. Я ему пишу, я не нашел на эти песни. Вот. Ну не знаю, сейчас попробую еще, может быть я это ленивый. Хе-хе-хе. Привык. Я это VIP-персона, привык, что мне все дают готовенькое. Вот. А ну-ка, сейчас попробуем. Это он сказал, не надо. Так, что у меня есть? Ага. Вот это у меня надо тему. Вот, мне нужна тема. Hi, you only kill me when you hide. А ну, сейчас я эту попробую найти табы на эту тему. Сейчас попробуем найти.
Так, табы. Вот, я не вижу тут табов. Табы, а ну-ка. А, есть версия 2. А ну-ка. Может быть, действительно получится сейчас оно. Ага. Что-то тут табы какие-то неправильные, блин. А скачать тю файлом, тю, что мне это? Что я буду это все переписывать, делать мне больше нифига. Да, ага, делать мне больше нечего, вот это сидеть переписывать. Тю. Что эти шо? Вот уже мудозвоны не могут по-нормальному сделать. Что эти шо? А. Это вот та же фигня, да, версия 1, блин, ну. И шо? И что тут опять, блин? А где это самое? Файл для скачки. Ну где? Я не вижу тебя. Че это шо, блин? Почему я тут гитарные табы? Нахер мне гитара, тё? Гитара, мне барабаны нужны, тё. Нахер мне эти дебильные, блин, гитары, тё. Вот, бим-бим-бим-бим-бим. Нафиг оно мне надо, бим-бим-бим. Вот, аккорды всякие. Бим-бим-бим-бим-бим-бим. Ну, а где табы, блин? Нет тут табов никаких. Не нашел я табы тут. Где тут табы, а? Ну, где? Не вижу я табов. Может быть, набрать эту группу сейчас, оно. Может быть, целиком... На нее что-нибудь есть оно. Ну, это у меня есть все. Ну, и что, два ивона, блин, это полно всего этого. Ну, все это у меня есть. Ну, есть это. Есть. А тут, блин, искать буду по 3 часа, блин. Что мне заняться больше нечем искать вот тут. Мне барабаны учить надо, если я буду сидеть в инете искать, блядь, так... И, блин, ни хрена не выучу. О, ответ. Люди не понимают... Ну, молодец, чё. Молодец, ну, если я буду искать сам, то мне некогда будет заниматься на удальных. Я же еще и другими делами, как и ты, и вся группа занят. А у вас, я так понял, есть табы и миди на эти песни. Ну все, пока-пока.